Давайте посмотрим на юниты Firefox нового поколения от RME Audio и поговорим об отличиях между ними. В этих интерфейсах много общих характеристик, поэтому начнем с них. Итак, у нас есть Firefox UFX+, UFX2 и 802. На задней панели аналоговые входы и выходы. Три юнита Firefox используют одну и ту же конверсию. В списках технических характеристик каждого продукта вы увидите, что все параметры идентичны. Во всех моделях использован один и тот же драйвер RME USB и тот же USB-контроллер с прошивкой, поэтому задержка и воспроизведение будут идентичными для каждой из трех представленных моделей Firefox. Также каждая из них может работать автономно в режиме Standalone и через USB. Разница заключена лишь в деталях, и именно они помогут определить, какая модель нужна именно вам. Firefox 802 — это прямой наследник легендарной модели Firefox 800, так что они имеют одинаковый дизайн. Микрофонные предусилители на Firefox 802 располагают гейном 54 дБ. Этот юнит имеет аналоговые потенциометры для контроля гейна микрофонных предусилителей и уровней выходного сигнала наушников. На передней панели нет контроля рядом с этими кнопками, поэтому режим автономной работы будет несколько ограничен по сравнению с двумя другими моделями Firefox. 802 может подключаться к компьютеру как через FireWire, так и через USB 2.0. Firefox UFX 2 — это прямая замена моделей UFX. В этой модели применяется цифровой контроль гейна предусилителей и уровней выходного сигнала. Микрофонные предусилители модели UFX 2 имеют гейн 75 дБ. Микрофонный выход имеет более низкий импеданс и более высокий уровень выходного сигнала по сравнению с Firefox 802. Меню передней панели дает нам контроль всех параметров, так что режим автономной работы работает полноценно. UFX 2 использует только USB 2.0 для подключения к компьютеру или устройству с iOS. Но это небольшая потеря, так как для RME воспроизведение через USB лучше, чем через FireWire, и FireWire в любом случае является устаревшим. Firefox UFX 2 включает усовершенствованную версию фантастической записывающей системы DUREC от RME, а это фиксирование времени, лучшая совместимость с дисками и увеличенное количество каналов записи. Firefox UFX Plus полностью идентичен к UFX 2, кроме парочки очень важных моментов. UFX Plus добавляет к юниту 64 канала MADI входов и выходов. И в общем получается 94 входных канала и 94 выходных. Как вы понимаете, даже RME не может пропустить столько данных через USB 2.0, поэтому юнит совместим с USB 3.0 и Thunderbolt. Так как компания RME нацелена на разные компьютеры и программное обеспечение, все драйверы Firefox совместимы как с Mac, так и Windows. Даже подключение к Thunderbolt поддерживается Windows. Опять же, RME представляет не только эволюцию серии Firefox, но и революция. Никто более не предлагает такую высокую надежность, столь низкую задержку сигнала при воспроизведении через USB и такой большой набор для Windows, включая Thunderbolt.